еще не выпускали? Да, сказали, там игроки проходят за остальными зданиями. Да, ну сначала игроки ходят в туалет, потом... Нет, значит, я вошел, но я не мог выйти сюда, к тебе. Ну правильно, потому что там игроки пересекали дорогу, они шли в туалет. Не знаешь этой системы? Нет, мне кто-то говорил, но я думал, что в туалет нельзя попасть, а выйти из туалета я думал, можно. Ну конечно, размечтался. Стоишь там и ждешь. Слушай, я тебя чего поймала? Ты у нас типичный представитель среднего класса профессионалов, да? Да, даже не среднего, а низшего класса. Низшего? У тебя какой рейтинг? Рейтинг у меня... Вот на 1 января был 403, я думал меньше 2400. Он упал. А сейчас я поднял его. По-моему, у меня 428 апрель. Ну, надо уточнить. Но ты международный мастер или гроссмейстер? Ты же гроссмейстер у нас. Сейчас, на март у меня 428 вроде. Ты присядем, что стоять? Куда? Ну сюда, давай присядем. Вот. Давай присядем. Ты же гроссмейстер, да? Я гроссмейстер с 90-го года вообще-то. Ну извини, я как бы должна тебя представить. Это вообще Игорь Наумкин. Вот давай сюда сяду. Вообще-то да. Вообще-то Игорь Наумкин, да. Вообще-то да. Ты вот подожди, я тебе все равно, несмотря какой у тебя рейтинг. Да, всяко хорошо. Отлично, по-всякому. Ты причесался? Ну да. Молодец. Ты скажи мне, ты вообще только от шахмат живешь, правильно? Нет, ну так, я не могу сказать, но какие-то могу, может быть, уроки иногда могу дать, что-то такое. Нет, могу или даешь? То, что ты можешь, понятно, мы все можем. Ну, редко. Редко даешь какие-то? Ну, практически нет, да. В основном твой заработок как бы от шахмат, правильно? Ну, я скажу, что шахматисты сейчас моего уровня вообще вроде бы бедствуют, и особо так заработка-то и нет. Ну, а ты-то бедствуешь? Тоже бедствую. Тоже бедствую. А вот скажи, почему ты бедствуешь? Вот, например, ты сейчас будешь играть в турнире каком-нибудь? Тебя же позвали? Ну, вообще, ты мне что-то рассказывал, какие турниры там намечаются. А, ну, что я хочу играть, безусловно, не могу же я. Ну да, ну совсем. Хочешь, ну ты планируешь? Ну что-то да, но пока еще не знаю. Как не знаю? Ну, у тебя нет календаря? Сейчас турниров, я не знаю. Вот и чемпионат Москвы там есть, есть еще в Италии какие-то турниры, еще что-то. Ну вот, например, в Италии. А подожди, ты живешь в Италии нет, сейчас? Нет, я не живу, я живу в Москве. Уже в Москве, ага. Я никогда там не жил в Италии. Ага, а что там делал? Я играл только. А, ты туда едешь и прямо там много турниров, да, играешь? Ну, когда много, когда не много. А вот что дают организаторы? Вот шахматистам твоего уровня, гроссмейстерам с низким рейтингом. Что они предлагают? Я, как правило, играю в основном, если мне дают прием. То есть гостиницу с питанием, как минимум. Полным, да? Ну, очень редко мне предлагают только гостиницу завтра. Ага. А дорогу ты сам оплачиваешь? Ну, обычно, да. И поэтому выгодно выехать на один турнир и дальше второй, третий, да? Вот да, непонятно, неизвестно. Что неизвестно? Ну, можно сыграть несколько, 2-3 турнира, в итоге даже дорогу не отобьешь. А, вот так, да? У тебя семьи нету, да? Семьи нет. Угу. То есть, ну, как бы тебе... Ну, так... нет, в смысле, я не расписан. Ну, хорошо, это не важно. Ну, как бы ты не содержишь. Извини, я такой допрос устроила тебя. Мне просто интересно, например, в месяц ты сколько в среднем у тебя получается денег? Я не могу сказать. Не считаешь денег? Не считаю. Просто тратишь? Что мало. Да? Да. Ну, ты можешь позволить себе выйти в хороший ресторан, отметить свое, там, например, 5-е место на каком-то турнире? Ну, не знаю я. Может быть, и могу, но ну, не хочу. Настроение. Ага. Понятно. Говорят, что у тебя компьютера нету? Да, это правильно говорят. А его нет, что его и не было? Я еще подтвержду, даже я могу подтвердить, что его нет. И я даже не пользоваться не могу, нормально. Официально подтверждаешь, что у тебя нет компьютера? Ну, я думаю, что, может быть, научусь в ближайшее. Даже у тебя и не было никогда? Никогда что? Не было. А ты стал гроссмейстером когда? В 90-м году. А, то есть ну, тогда... Нет, в 90-м году мне дали титул, и мне присвоили. Ага. Ну, тогда, собственно, не было ни у кого, да, компьютеров? А, были уже. Я были. Не знаю, может быть. Ну, у тебя и нет, и нет. Нет. Ага. А как ты готовишься к партиям? К партиям? Я к ним не готовлюсь. А. Для меня уже тяжело играть по 4 часа там или по 5. И как же ты играешь? Ну, кое-как играю, вот и как видите. Худо-бедно? То есть твоя задача просто закончить партию в дебюте, нет, да? Нет, ну так, ну не знаю, вот я... Сейчас вот Панкратову из дебюта не вышел на Москву. С кем? С Панкратовым. С Панкратовым? Не вышел из дебюта? Не вышел на Москву. Ну, просто я несколько лет назад играл правильно, но сейчас что-то решил сыграть по-другому и вот играл. Подожди, то есть ты если выходишь из дебюта, нет, то партия длится долго, и ты проигрываешь. А если ты не выходишь из дебюта? Нет, некоторые дебюты.
я хорошо знаю. Но потом это же не от этого зависит. Вот, некоторые люди знают. Кое-как я, может быть, готовлюсь без компьютера. Что-то за доской могу посмотреть. А, вот так, сам придумываешь, да? Да. Ничего себе, тебе не позавидуешь. Тебе не позавидуешь. Ну что, в крайнем случае, есть всегда такой вариант. Позвонить какому-то, это да, каким-то друзьям и спросить, что там он играет. А ты свой репертуар обновляешь? Ну, нет, ну ты не обязан все секреты говорить, но есть время над этим конечно, работать? Нет, конечно, все знают, кто ко мне готовится. Вот именно. Они, безусловно, все это знают. Репертуар, конечно, мне интересно обновить, но не всегда получается. Ну что значит не получается? Играл всю жизнь, например, E4, а потом решил D4. Вот, значит, хочу что-то новое сыграть. Вроде изучаю, посмотрю, там какие-то партии новые. А потом забываю даже, что смотрел. Память шаха, да? Слушай, ну ты же когда-то выиграл крупные турниры, да? Какие? Каспаровский какой-то? Один раз. Правильно, да. Да? Было дело? Ну, что за турнир ты выиграл? Ты можешь напомнить? ГМА. Ассоциация гроссмейстеров. А это классика была или рапид? Да. Классика? Классика. Ну, круто. И на что ты деньги потратил? Я не помню. На жизнь. Тогда были трудные времена. И моя мама сократила, там она не работала. И вообще не так просто было жить. Так, на повседневные нужды. Ну, а ты часто призы берешь на турнирах? Нет. Ты ездишь в основном по Оханам? Нет, и круговики тоже играют. Почему? А, круговики тоже. Ага, и тебе тоже организаторы платят как участнику, да, как носителю звания? Ну, наверное, раз приглашают. Ну, тебя приглашают, и тебе платят, или тебя просто приглашают? Не, ну это совсем уже, если я засвящен буду играть, это, конечно, уже... А сколько примерно тебе дают? В среднем, я не спрашиваю, да. Ну, ты скажешь, что дают немало. Во-первых, во-вторых, в прошлом году, по-моему, я ни одного круговика не сыграл. Сейчас. Нет, что-то там играл. Ну, какую-то ерунду. Мне очень мало дают, да. Я что-то играл. Ну, ты можешь сумму назвать нет, примерно? Нет, хочу даже называть. Мне скажут, что платят очень мало. Угу. И... Да, что-то я там играл. Может быть, в этом году тоже что-то буду играть. Тоже мне опять очень мало предложили. И даже двухместный номер. Вот, я даже не хочу вообще говорить. Плохо сейчас стало. С моего уровня и шахматы. Ну, а ты слышал идею Свешникова, что чтобы зарабатывали профессионалы тем, что им платят за партию? Вот сыграл, сдал партию, и ты, типа, деньги за это получил, или условия от организатора? Да, я все слышал. Конечно. Ну, и как ты к этому относишься? Ну... И как ты понимаешь эту идею? Мне трудно что-то, я не хочу вообще на эти вопросы, так сказать, особо отвечать. Это все в области ее, как это, юриспруденции. Да, юриспруденции. А это должны заниматься адвокаты и прочие. Ну, ты веришь в то, что это возможно? Нет, конечно, было бы неплохо. Тогда мы получали бы больше бы денег. А так, я не знаю. И вообще, ну, я не знаю, насколько это все правомерно. Это надо заниматься. А вот этот турнир ты и не смотришь, раз у тебя нет компьютера, правильно? Вот это? Да. Ну, вот я сейчас сегодня порешу. Только так, да? А трансляции нет? По телевизору он не показывает. По телевизору нет, а компьютера нет. Кому-то из друзей смотрит. Ну и здесь тоже видно. Ну да. А за кого болеешь? Да, не за кого. Да. Откровенно. Ну, действительно. Хорошо. Ладно. Ну, спасибо тебе большое. Ну, пожалуйста. За такой интервью. Тебе спасибо. Да. Ну, давай. Счастливо. Спасибо.